Как вы можете оценить активность на досрочном голосовании? Может ли быть превышен уровень явки предыдущих выборов? Ну, я могу сказать, что пока она превышает досрочное голосование, уровень явки в 2016 году. Ну, это, собственно говоря, совершенно объяснимо. Я с самого начала это прогнозировала, и поэтому и говорила вам открыто. У нас один выходной день, в который люди, может быть, просто пожелают отоспаться. Поэтому, конечно же, все предпочитают, большинство предпочитает проголосовать досрочно. Кроме этого, не забывайте, тогда был сентябрь, а сейчас ноябрь. Опять-таки, сентябрь – это месяц, когда еще часть населения находится вне постоянного места проживания. Поэтому сейчас явка выше, ну а дальше мы посмотрим, что будет в день выборов.